8-й гимназии праздник открыли выступления танцевальных коллективов города. Интересные эстрадно-спортивные номера не только подбодрили участников эстафеты, но и показали школьникам, что занятие спортом – это увлекательно и полезно для здоровья. Это как и популяризация Олимпийских игр, и привлечение детей в спорт, здоровый образ жизни. Но это всегда, я думаю, для детей очень полезно. Мероприятия в поддержку всекубанской акции «Навстречу играм» прошли во всех районах курорта. В этой эстафете приняли участие ученики 6-х классов. 6 команд, представляющие школы центрального района, боролись за призовые места в увлекательных эстафетах. Ребятам необходимо было за лучшее время провести клюшкой волейбольный мяч, совершить максимальное количество метких бросков в баскетбольное кольцо и показать лучший результат в прыжках на скакалках. Дарья Константинова представляет команду 13-й школы. К этим соревнованиям они готовились основательно. Очень сильные команды, мы готовились, да, уже где-то неделю, месяц уже. Ходили там, делали разные тоже с другими классами, с другими, там, со своей школы. Конечно, мы хотим победы. Это главное, самое. Как и все дети, хотим победы. Но, видимо, спортсмены из других школ подготовились к соревнованиям лучше. По результатам первого состязания в лидеры вышли ученики 8-й гимназии. Так и продержав свои показатели до завершения соревнования, они заняли первое место. Второе заработали ученики 24-й школы, а третье было присвоено воспитанникам 7-й школы. Все ребята получили кубки, медали и грамоты. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.